Видео подготовлено каналом Уроки ТВ из раздела «Формула длины окружности площади круга и объема шара». На рисунке 7.17 изображены цилиндр и его развертка. Чему равны длины сторон прямоугольника, который является частью развертки? Изготовьте развертку этого цилиндра в натуральную величину и сверните ее в цилиндр. Длина одной стороны прямоугольника равна высоте цилиндра, а длина другой стороны будет равна длине его окружности. Тогда 3,14 мы умножаем на 6, на диаметр. Получаем 18,84. Это длина окружности. Стороны прямоугольника равны 10 см и 18,84 см. Чтобы изготовить развертку этого цилиндра в натуральную величину, не забудьте оставить припуски для склеивания вот такими треугольничками, которые затем нужно намазать клеем и склеить. Удачи! Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.